В этом видео Акстар перевоплотился в бомжа и начал приставать к людям на улице. Зачем? А чтобы вжарить. Посмотрим вместе с тобой за безумными реакциями прохожих. Всем привет, это канал Акстар. И сегодня меня гримируют бездомного. Мы будем подходить к людям на улице, играть и смотреть, как люди реагируют на это. Кстати, по поводу третьей части с преподавателями, я ее все еще снимаю. Вот, получается круто. В скором времени она выйдет. Нажми колокольчик, чтобы не пропустить. А вот, 20 комментариев с прошлого видео. 10 из них получат по 1000 рублей. Если хочешь тоже поучаствовать, получить 1000 рублей, оставь комментарий в первый час после выхода видео и поставь лайк. Вот, выберу самое лучшее. Я из будущего. Видео мы уже сняли, и это были самые сложные съемки за все время канала. Давайте попробуем выйти в тренды. От вас нужна максимальная активность. И я знаю, что вы, моя аудитория, самая лучшая на всем Ютубе. Спасибо вам за все. Приятного просмотра. Ну что, ребята, вот мы и в образе. Сейчас будем подходить к людям, смотреть на их реакции. Мне очень стыдно. Вы не представляете, как мне неудобно. На меня все смотрят. Я думаю, получится круто. Короче, погнали смотреть реакции людей на бомжа. Что нужно? Я очень надеюсь, что я сегодня ни от кого не отхвачу, потому что уже было близко к этому. Ребята, не забывайте подписываться на Инстаграм, на ТикТок. Там больше эксклюзивных моментов со съемки видео. То, что не попало в этот ролик. Подписывайтесь, смотрите. А мы пошли искать новых жертв. Можно вам сыграть? Давай, сыграем. Давай. Василий. Прямо вообще офигенно играешь. Взять просто. Спасибо. Просто я фанат Летова. Ага. Я знаю там. Граница, ключ, переломлен. Да не, это шило, это хуйня. Ага. Это все хуйня. Ну вот. Могу Цоя сыграть. Цоя. Не. Кто он нас снимает? Скажи, слышь. Это с тобой? Нет. Там он. Знаю эту песню, но сыграть я не знаю, не смогу. Гитару знаешь? Да, конечно. Съемка видео запрещена. Камеру вырубай, камеру вырубай, мудила. Ты меня снимаешь?
оператору подошел мужик, который с матом вырывал камеру и пытался ее разбить. Но мы порешали этот конфликт мирно. Вроде бы. Ты можешь Катюшу сыграть, пожалуйста? Катюшеньку, Катю сыграть. А, да-да. Эх, а я ведь тоже мечтал служить и рассекать небо на самолетах. Ну да, да. Вы вообще в курсе, что сейчас время расцвета компьютерных технологий, и реалистичность игр также не стоит на месте? Если вы всегда мечтали погрузиться в атмосферу настоящих сражений и ощутить вкус победы над врагом, то для вас идеально подойдет War Thunder. Это самый масштабный военный онлайн-экшен. Здесь в одном бою участвуют танки, самолеты, вертолеты России, США, стран Европы и Азии. Миллионы игроков по всей земле уже сражаются в War Thunder. Присоединяйся и ты. Именно в War Thunder я уже полетал и сразился на локациях по всему миру. Можно захватывать стратегические точки, или вертолетом уничтожить танки ракетными залпами, или же прикрывать армию авиации с неба, а ракетные катера и эсминцы помогут тебе получить контроль над морем. Пройди путь от классических бипланов и Т-34 до современных сверхзвуковых самолетов с самонаводящимися ракетами, Т-80 с тепловизором и вооруженного до зубов вертолета «Черная акула». Улучшай технику дополнительными модулями, прокачивай экипаж и настраивай их внешний вид. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании и получай бонусы для легких побед. Извините, можно сыграть вам? Thank you.
парни. Да возьми, возьми. Спасибо. Можно сыграть? Просто сыграю. Нет. Все, ребята, за сегодня я очень намучился. Я хожу в этом гриме 8 часов. У меня очень все чешется, мне очень стыдно, мне надоело так ходить. Пришло время. О, да. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.